Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем жить в мире Обливиона, проходить потихоньку задания от самых разнообразных людей. Допустим, в последнем квесте мы разобрались с хитросплетением отношений местных воров. Вот эта девушка Арнора пыталась оклеветать своего муженька. Муженек пытался оклеветать ее. В итоге все мертвы. Джорундер сидит в тюрьме. Нам нужно убираться отсюда. Деньги у нас. Извини, Арнора. Ты была той еще стервой. Сейчас нам нужно отправляться назад в Темное Братство. Они просто не знали, с кем связываются. А тут прям-таки член Темного Братства. Сейчас мы пойдем в Чейдинг-Холл. И из Чейдинг-Холла направимся, собственно... А, он находится в Чейдинг-Холле. В Чейдинг-Холле, по-моему. Темное Братство, само по себе. Не помню. Так, ну хорошо. Пошли туда. После того, как мы выполнили квест здесь неподалеку, мы занялись всякими сторонними делами. Теперь, я думаю, пора вернуться уже к основным делам. О, лошадка. Бронированная старая кляча. Это прям режет мне так. Без ножа меня режет этим названием. Почему она старая, почему кляча? Нормальная лошадка. В Чейдинг-Холле все спят. Вообще, надо будет с Чейдинг-Холлом еще разобраться, потому что там у них какая-то диктатура. И все подчиняются властям, а власти там просто беспределят. Сейчас мне охота взяться за дела Темного Братства. Красиво. Две луны. А, кстати говоря, в Скайриме, по-моему, одна была, нет? Странно. Ну, конечно... Текстура неба просто офигительная вообще, очень детальная. Так, куда я иду? Темное Братство, где ты? Где ты находишься? А, мне нужно сюда. Вот эта часовня, она тут не проходит. Чем могу помочь? Ничем. Что ты пристаешь ко мне? Уходи! Опять ночные серии. Добрый вечер. Добрый. Идем к нашему заброшенному дому. Последняя серия. Кстати говоря, тут вроде как у меня есть дом. Ну, кроме той башни мага, которую я, честно говоря, не уверен, что буду еще посещать, потому что она отстойная именно для персонажа моей комплекции, моих скиллов. Мне там делать нечего в этой башне мага. Вот домик себе бы я купил. Какие-то дома тут вроде есть. То есть в золотом издании их подарили. Но хочется именно самому этого добиться, самому купить. Подожди, куда я иду вообще? А вот заброшенный дом. Добрый вечер. Добрый, красавица. Вот он. Так, ну посмотрим. Что они нам могут преподнести? Постоянно такие звуки. Что они нам могут преподнести? И дверь просто, которая ведет в Темное Братство, просто офигительная. Я просто обожаю ее. Она выглядит очень круто. Сразу прям чувствуется, что не хухры-мухры, а гильдия убийц. Хотя, конечно, запрятано под таким домом, что... Ну, это работа обязывает. Ну да. Так. Здравствуйте. Все свои. Нужно квест выбрать. Стража конфисковал, это нам не нужно. Нам не нужно. Мне с Винсентом, короче, надо поговорить, похоже. Я, честно говоря, не помню. А, вот. Все, теперь нужно просто сдать этот квест. Это было просто отлично. А вот и ты, вампирушка. Главный наш... Иди сюда. Что ж, несчастный случай подстроен, и Бен Лин мертв.
Отлично. Ты более чем заслуживаешь свое вознаграждение и премию. Я дарю тебе этот кинжал. Это зачарованный клинок, известный как «Шип страданий». Он обладает смертоносным ударом, уверяю тебя. Да, ты ценное приобретение для нашего сообщества. Полагаю, стоит повысить тебя. Я произвожу тебя в истребители. Так держать. Отлично. Теперь иди, дитя Ситиса, иди и отдохни. Силы тебе скоро понадобятся. Новый ножик. Отлично. Нам дали немножко денежек. Нам дали... Ну, клинок горя все равно будет нашим основным. Шип страданий. Понижение силы при ударе. Повреждение здоровья при ударе. Ну, неплохо. Давайте поставим его, я не знаю, на пятерку. Почему бы и нет? И где там у нас этот каджит вредный? Здравствуй, брат мой! Здравствуй, здравствуй. Так, ты, Нава, ты мне пока не нужен. Я с ними потом поговорю, когда мы возьмем новый квест, чтобы как раз пообсуждать заодно его детали. Может, что подскажет. Так, что тут? Казармы, все спят. Ну, заодно и мы поспим. Крюйска, Шемер. Прикольно. Так, вот это будет моя кровать. Поспим где-то часов, наверное, до 10 утра. Я надеюсь, все к этому времени проснутся. А то ночью как-то шарахаться не очень приятно. Больше тут пока никого, да? Уйди. Так, ну что, братство? Что нас ждет? Я так рада видеть тебя. А может, тебе что-нибудь нужно? Например? Да, дражайший брат. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Ну, какие слухи? Только никому не говори об этом. Однажды я займу место Ачивы. Нужно только подождать. Люсьен Лашанс с первого взгляда видит настоящий талант. Ну, конечно. Пусть меня, хорошо? Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Ну, ты понимаешь, о чем я. И тебе не болеть. Так, Винсент. Скучаешь по работе? У меня как раз есть контракт. Тут требуется эксперт в области скрытного проникновения. Это я. С радостью. Что ж, я в тебе не ошибся. Твоя цель — темный эльф по имени Валендред. Он думает, что в тюрьме он в безопасности. Он трагически заблуждается. Факт. Недавно из этой тюрьмы бежал заключенный. Он использовал сеть туннелей, ведущих в канализацию имперского города. Отличная возможность попасть внутрь. Как раз неподалеку от имперской тюрьмы есть решетка, ведущая в канализацию. Недавно она была закрыта на замок, но я дам тебе ключ. Найти Дрета и его камеру тебе будет несложно. Кроме того, я думаю, ты уже знаешь тот путь. Валендред был приговорен к длительному сроку заключения. Язык-то у него острый, но сам он слаб и тщедушен. Убить его будет легко и приятно. Ты получишь премию, если выполнишь этот контракт, не убив ни одного из тюремщиков. Теперь иди, и да пребудет с тобой мать ночи. Хорошо. Я подозреваю, что мы сейчас пойдем той самой дорогой, которую выбирали из этой тюрьмы. Так, ну, давайте поговорим со всеми, с кем только можно. Кто да что. Здесь у нас никого. А вот и ты. Мне бы хотелось поговорить с тобой. Да, брат. Все говорят о твоем последнем контракте. Мне хотелось бы поздравить тебя с отлично выполненной работой. Молва идет, там было весело. Ты об этом знаешь? Да, это был просто кошмар. Голова не желала отделяться. Пришлось резать, пилить, рубить.
О, Ситис, клянусь, жилы были стальные. Я просто радуюсь, что тебе удалось вернуться в добром здравии. У меня нет сомнений в твоих способностях, но ты знаешь меня. Я за тебя волнуюсь. Ах, мне бы очень хотелось поболтать еще, но мне нужно готовиться к следующему контракту. Понятно. Опять ты? Мне кажется, я ясно дал понять, что мне не нужны... Так, давай. О, Ситис, я не могу потратить на тебя весь день. Поторопись. Стрела вызова грозы. Одна стрела 248. Да что-то как-то... Вот стрела света мне пригодится. Все 5 штук. Я был слеп и оказался тобой обманут. Тебя переполняет счастье? Так, хорошо. Продадим ему железные стрелы. Разберет, почему бы нет. Длинный меч серебряный, который мы взяли у одного из убитых стражников. Ну, того, который пытался нас убить. Стальные стрелы пусть остаются, как запас. Стрела углей. Ну, ладно, пусть будет. Не очень много весит. Нужен ли мне этот кинжал? Учитывая, что у меня есть более хороший клинок горя. Ну, пусть будет пока. Глаз Ситис оставляем. Кожаный щит оставляем. Амулет Арноры. Да зачем он нам? Это держи. Хорошее. Держи. Держи. Кое-кто явно продешевил. Так, продаем этот мусор. Кое-кто явно продешевил. Вот это стоит... Я смогу продать это в 5 раз дороже. Что-то из этого стоит 5000. Так, ну ладно. Пусть остаются, пока они весят мало. А стоит гораздо дороже, чем это предлагает. Хорошо. И вроде как все. Что у тебя можно еще купить? Я не знаю, там. Лук адского холода. Это, конечно, кучеряво больно будет за 11 тысяч. Так, по броне. Да все, в принципе, все. Отравленное яблоко. Зачем оно нам? Догматы. Отмычки. Так, ну давайте. А за все 30 сколько попросишь? Ну, давайте возьмем. Отлично. Забирай. Вонючий примат. Дар самой матери ночи. Пожалуйста, скажи. Я вонючий примат. Так, здесь у нас комната Винсента. Здесь кроме него никого нет. Все, двигаем дальше. Свидание. Давайте пообсуждаем это дело вот с тобой. Да, дражайший брат. Что по контракту расскажешь? Имперская тюрьма. Много лет я томилась там, пока братство не отыскало меня. Стражники там сильны и жестоки. Очень жестоки. Бесполезная удачи, информация. Брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Ну, ты понял. Я так рад видеть тебя вновь. Надеюсь, твои... Контракт. Я хорошо знаю эту канализацию. Через нее ты сможешь добраться до тюрьмы, но в ней водятся довольно неприятные твари. Я знаю. Проявляй осторожность. Хорошо. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Так, здесь у нас в жилых помещениях вроде никого. На тренировках можете. Давайте глянем. Да, пусто. Сходим в тренировочное помещение. И уже уходим отсюда на работу. Так, ушли, допустим. Я знаю, о чем ты думаешь. Гагрон слишком большой, чтобы красться. Да, это так. Я предполагаю... По контракту расскажи.
Проникнуть в имперскую тюрьму непросто. Стражники там хорошо вооружены и отлично обучены. Если тебя обнаружат, не делай глупостей. Беги! Бесполезная Удачная информация. Охоты, брат мой. Ачива. Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя все в порядке? По контракту что можешь сказать? Ни одному члену братства не удавалось успешно проникнуть в имперскую тюрьму вот уже больше 300 лет. Отлично. Тебя ждет настоящее испытание. Про это мне никто не говорил. Ступай, дорогой наш родич, да заключи себя, мать ночи, в свои холодные любящие объятия. Так, ну все, уходим. Прекрасно, да? Никто не смог, а нас послали. Супер. Возьми это. Это от друга. Так, загадочная записка. Мое предложение сулит тебе больше выгод и меньше времени в тюрьме. Если тебе это интересно, в полночь приходи в сад Дарилота, в портовом районе имперского города. Покажи эту записку, и ты все узнаешь. Серый лис. Так, ну мы выполним сначала задание. А потом пойдем познакомимся с серым лисом. Как ты сюда попала вообще? Откуда ты знаешь, где находится темное братство? Хорошо. Допустим. Так, имперский город. Я так понимаю, что мы сейчас через тот самый колодец пройдем, через который мы проходили в самом начале игры. Так, ну-ка посмотрим. Карта. Канализация. Ну да. Да, конечно, если двигаться по квестам, то без быстрых перемещений вообще не обойтись. Лошадка. Дверь открыта. Хорошо. Насколько я помню, в прошлый раз мы там час шли. В этот раз надо быть... Я в канализации под имперской тюрьмой. Теперь мне нужно пройти по канализации, попасть в самую тюрьму и убить Валена Дрета. Ой, как темно-то, а? Нормально. Конечно, разбазариваем стрелы. Можно было их вообще не трогать. В принципе, нормально. Так, эта дверь запечатана. Отсюда мы пришли. Теперь мы пойдем, похоже, другим путем. А вот тут я еще не был. Так, и мне нужно избегать стражников, потому что за убийство стражника с меня снимут штрафы. Хорошо. Люблю с луком ходить в такие места. Подожди. Ты живой еще, что ли? Ну? Да, блин, я тебя не вижу толком. Так, в крабах у нас стрелы настревают наглухо. А нет, забрал. Вижу, вижу, кто-то прячется. Трогать, наверное, даже не будем. Пока что я вижу очень крутые задания за темное братство. Прям вообще. Крыски.
Так, ну что, полезьте ко мне? Полезьте, ну, дело ваше. Отлично. Фу, так. Пока что с этим подходим, потому что мне стрелы на них просто жалко. Ну, снизу там еще. Знакомые места вообще, на самом деле, тут мы везде были, когда проходили. Чё-то указатель меня беспокоит, он вообще в другое место показывает. Да ладно. Я так понимаю, что мы сюда пойдем сейчас? Очередной грязикраб. Даже не трогаем. Я не вижу, ты кто? А, ну крабы. Коротенький, конечно. Темновато тут вообще. Мы туда пришли, нет? Похоже на то. Блин, да вас дофига тут. Мараться об вас еще. Так, подожди, это я сюда только за ящиком ходил? Ох, я уже заблудился. М-да. Серьезный краб. Минус. Семикратный урон, это, конечно, круто. Тихо. Смотри, серьезно рубит. Те, кому расскажешь, не поверит. Забраться в канализацию и разбираться с крабами тут. О, это тупо. Так, короче говоря, куда мы идем? Возможно, сюда. Мне показывают указатель вообще вон в ту сторону. Блин, давайте карту посмотрим. А, ну, вот так. Да, это я туплю, похоже. Фу, так, средний замок. Раз. Ай. Да, блин. Два. Три. Отлично. Уже со средними, без особых проблем. Разбираемся. Быстрее бы выйти из канализации, потому что она мне не нравится. Тут тупо. Именно в катакомбы. Там хотя бы более интересно. Канализация только краба да крысы. О, коллектор. Так, мы, судя по всему, идем вон туда. У нас новый уровень, с чем я вас поздравляю. Но отдыхать сейчас как-то вообще никак. Ну-ка. Нормально. Так, все, дорога правильная.
И вроде тихо. Очередная пакость. О, хорошо. Так, подожди. Нам сюда вообще нет? Вот сюда. Сохранимся и погнали. Так. И так. И вот так. Ну, нормально в целом. Конечно. Оп. Я горжусь своей работой. Но это пустая трата времени. Что мы охраняем? Холодные камни и тени. Вот и все. Я вполне согласен с тобой, поверь мне. Эти ассасины получили, что хотели. Император мертв. Им незачем возвращаться назад. Вот именно это я и говорю. Разве капитан будет... Тихо. А, отлично. Я согласен с тобой, поверь мне. Эти ассасины получили, что хотели. Император мертв. Им незачем возвращаться. Так, мне лучше надеть свою шапочку, потому что она мои белые волосы будет прикрывать. А то палюсь. Тебя бы выкинуть надо было еще в коллекторе. Ну ладно, пусть лежит, продадим. Назад. Вот хотя именно нет, это лучше я пригодится. И говорю. Разве капитан будет слушать? Нет. Мы должны стоять на посту. Тюрьма должна оставаться под охраной. Да, смешно, правда? Кого мы тут охраняем? Дрета? С тех пор, как второй заключенный сбежал, он единственный, кто гниет там. Однако не стоит придираться к капитану Монтрозу. Для него это большое продвижение в карьере. Ему нужно произвести впечатление на начальство. Да, точно. Но, пожалуй, мне нужно возвращаться на свой пост. Эй, и не забудь, мы сегодня встречаемся в плавучей таверне. Да, я приду. Как я могу упустить шанс посмотреть, как ты стелишься перед этим орком вышибалы? Второй заключенный, так понимаю. Я никого не боюсь. Мужество мое второе имя. Я... Ох, ладно. Так, ладно. Куда мы идем? Надо быть крайне осторожным. Булава горения. Окей, возьмем. Так, что-то мне не нравится, как он стоит там. Вообще, мне нужно идти не в эту сторону. Погоди, мы тут не были? Вот там, по-моему, император погиб, нет? Тут битва была, клинков. Да-да-да, это то самое место. Ну, не то самое, но похоже, нет? Ладно, хрен с ним. Думаю, показалось. Показалось, конечно. Уходи. Блин, а это очень круто. Ну, давай уже. Не сработало. Убивать тебя нельзя.
Тихо. Нормально. Теперь туда иди. Сверх никого вроде. Ну давай уже, ну. Что ж ты стоишь-то там? Хотя я мог уже пройти 100 раз. Да, если бы не застревал. Ой, блин. Вот именно когда вот я прыгал и начал застревать в этой... Показалось. Так, все, проходим дальше. Отлично. По стелсу. Интересно, нам потом этой же дорогой надо будет сюда проходить, нет? Вернее, выбираться, то есть. Так, нам нужно как-то сделать небольшой крюк. О, это не очень хорошо. С факелом это не круто. Так, сохранимся. И, в принципе, так, нам напрямки сейчас. Рис. Я это подумал. Деньги сейчас украду. Чисто. Так, вроде бы правильная дорога. Отлично. Так, а я вон оттуда пришел, когда выбирался. А здесь император проходил. Знакомые места все. Тут дверь была закрыта. Хорошо. Как-то маловато охраны тут. Хотя, в принципе, на самом деле они верно говорили. Кого-то охранять-то. Фу, одного только этого. Тут уже заделали. Вот отсюда мы пошли в обход. Через катакомбы. Крысы выломились. Приятно вернуться. Даже в такие места. Сколько времени уже прошло, да? Казалось бы, только недавно Обливион начали. А уже, кажется, какой-то год назад это все было. Так, я все верно иду. Вроде как да. Должен признать, я буду скучать по тебе, Дред. По ночным взбучкам, по твоим жалобным крикам о помощи. Грязный пес. Я же говорил тебе, что все равно выйду отсюда. Мой срок заканчивается, и ты ничего не можешь с этим поделать. Да, точно. Сколько ты здесь провел? 7-8 лет? Мы так давно вместе, ты и я. Я всегда знал, что однажды этому придет конец. 11 лет в этой крысиной дыре. Но я выхожу, а ты остаешься здесь. Этот козел, похоже, не только мне нервы вымотал. И куда ты пойдешь? А? Что ты будешь делать? Ты не выживешь там, Дред. Ты животное. Твое место в этой клетке. Я вспомню твои слова, когда буду лежать на пляже острова Саммерсет с твоей женой, имперская свинья. Точно? И ты будешь богатым. О, ты даже станешь королем. Знаешь, что я думаю, Дред? Я думаю, ты вернешься. Такие, как ты,
всегда возвращаются. Ты увидишь, имперский пес, когда я выберусь отсюда. Весь Тамриэль узнает мое имя. Валендрет! Ой, да заканчивай уже, ну... Валендрет! О, какой же ты, блин... Хорошо, хорошо. Я готов выпустить тебя прямо сейчас, если ты заткнешься. Так, все. Ну что, дружок, знаешь меня? Вот и встретились, а? Подожди. Я знаю тебя. Ты тот самый. В тот день, когда был убит император, они прошли через твою камеру. Ты везучий ублюдок, но... Ты вернулся? Давай, помоги мне. Вытащи старого Валена из этой камеры. Ты получил свободу. Теперь помоги и мне выбраться. Что скажешь, а? Давай, друг. Так ты же и так скоро выходишь, нет? Ничего не говорит. Что с тобой такое, а? У тебя язык отнялся? Я видел, тебе удалось убежать. Только псих припрется обратно. Ну, как тебе сказать? Валендрет мертв, и никто из охраны не погиб. Теперь мне нужно вернуться в убежище и получить у Винсента Вельтиери награду и премию. Ну что ж, это было качественно. Сохранимся. Давайте посмотрим, есть ли отсюда другой выход. Ключ. И, в принципе, лучше всего возвращаться, конечно, тем же самым путем, но... Давайте посмотрим, что тут. Это было удивительно, просто офигительный квест. Мне очень понравился. Так, ну-ка... По-моему, я зря сюда пошел, потому что тут наверняка охраны полно. Так, я сохранюсь. И давайте попробуем встать. Типа ничего, все в порядке. Все в порядке? Я слушаю тебя, гражданин. Так, все, похоже, выходим на улицу. Отлично. Что такое, гражданин? Да ничего, все в порядке. Что такое, гражданин? Давайте на этом завершим эту серию. Была довольно-таки интересно, надо сказать. Было интересно вернуться в эту канализацию. Да и вообще как-то поностальгировать помаленьку. В следующей серии мы, я думаю, продадим вот эти вот статуэтки. Как они там называются? Здесь где-то в имперском городе у нас скупщик есть. Так. Вилкинский камень. И Алицкую статую. И после этого двинемся обратно в Темное Братство или вступим в гильдию воров. Посмотрим. Но как бы там ни было, это будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.